Джуд, я дома. Джуд. Вот ты где. Иногда можно чуть-чуть напугать, да? Ужас. Всего лишь игрушка. Это очень жестоко. Я понимаю, поведение Джуда вызывает у вас некоторое беспокойство. Найдите место, где он будет чувствовать себя в безопасности. Думаю, здесь ему будет хорошо. Всем нам. Ого, взгляни-ка. Вот это дворец. Идем, Джуд. Джуд. Похоже, кто-то ее сломал, а потом ее починили. Что тут у нас за красавчик, а? Брамс. Его так зовут? Он все мне про себя рассказал. Все в порядке? Что-то мне от всего этого жутковато. Это твой новый друг Брамс? О чем вы с ним разговариваете? О семьях, в которых он жил раньше. Хочешь забрать у него куклу? Да. Все начинается с шепота. Джуд, Джуд. С ним происходит что-то страшное. Кукла знала, что ваш мальчик найдет ее. Я не хочу, чтобы вы пострадали. Я люблю тебя, мамочка. Я тебя. Но иногда же можно чуть-чуть напугать, да? Здравствуйте, это Питер Спенсер. Я по поводу продажи дома. Есть кто? Где вы? Детектив Малдум, слушаю. Это Питер Спенсер. В доме 44 по Рейберн-Драйв творится странное. Кого-то убили в том доме. Почему вы никогда туда не ходили? Мне всегда казалось, что с ним что-то не так. Похоже, у нас тут еще один. Думаешь, это как-то связано с тем трупом? Есть кто? Я была в доме. Эй! Это полиция! Кажется, за мной кто-то следит. Мама, что случилось? Все хорошо? Нужно уходить отсюда. Срочно. И что это за пещера? Никем не исследованная. Глубоко уходит. Готов? До встречи на дне. Что скажешь? Давайте осмотримся. А-а-а!
Черт, что это? Вода прибывает. Река вышла из берегов. Хотите или нет, но купаться придется. Никто не знает, что мы здесь. У вас тоже нет сигнала? Надо будет немного проплыть. Надо выбираться отсюда. С ума сошел? Нельзя идти в воду. А что остается? Это его территория. Он не успокоится, пока мы не уйдем. Что бы ни происходило, никаких всплесков. Замри, как мертвый. Хищные воды. Западня. Как продвигается его общение? У бедняжки до сих пор нет друзей. Ответ 8. Почему Оливер может пользоваться телефоном в классе? Он вообще-то аутист. Я просто хочу быть твоим другом. Оливер! В доме что-то есть. Здесь нет никого, кроме твоих мамы и папы. Ты понимаешь, что твои кошмары не настоящие? Нет ни призраков, ни вампиров. На что ты смотришь? Эй! Что это? Это Ларри. Он ведь не из того мира, понимаешь? Ларри просто нужен друг. Может, стоит перестать читать? Ты хочешь быть другом Ларри? Ему просто нужен друг. Кто тут? Эта тварь хочет, чтобы наш сын был его другом. Ему просто нужен друг. Держись подальше от моего сына. Это ты его включил? Закончите рассказ. Ему просто нужен друг. Беги! Друг, 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 друг. Вы когда-нибудь работали няней? Нет, это будет моей первой работой, с проживанием. Ну, я надеюсь, вы знаете, что делаете. Эти дети очень особенные, Кейт. Они породистые. Наверное, твоим друзьям здесь очень нравится? У меня нет друзей. У тебя нет друзей? Да. Ну, теперь у тебя есть один. Возможно. Могу я спросить, как умерли их родители? Майлз, никто не должен страдать. Все не так просто. Я не хожу в эту часть дома. Почему нет? Не хочу. Кто здесь? Тебе здесь не место. А
что случилось с вашей прошлой няней? Так я тебе и скажу. Вы должны показать, что вы здесь главная, Кейт. Я знаю, что ты боишься. То, что ты не выключаешь свет, тебя это не спасет. Пожалуйста, перестань. Ты нас бросишь, так ведь? Нет, я никуда не уйду. Присматривайте за детьми. Честно-честно, умру, если обману. Заботливо. Все умирают, Майлз. Вы это видели? Я больше не хочу играть. Эй! Зачем вы это делаете? Остановись, мы не в безопасности. Хватит верить в сказки. Плохие сны? Няня. Нацисты, не такие уж вы крутые. Кого охраняем на этот раз? Особняк. Пока нас не сменят. Ничего себе. Важный объект. 82-я авиадесантная выбила оттуда нацистский штаб. Здесь пройдет немецкая колонна. Не первая наша родео. Автор сценария и режиссера «Эффекта бабочки». Что это? Я нашел его в подвале. Это дневник одного из нацистов. Он пишет о том, что случилось с семьей, жившей здесь. Останемся, нас всех перебьет. Вы хотите сгнить в военной тюрьме? Мы не можем уйти. Честно говоря, мой друг, этот дом – гиблое место. Это еще что? Я предлагаю всем подумать. Здесь водятся призраки. Если позволишь злу свершиться, оно за тобой вернется удесятеренным. Собирайтесь, мы уходим отсюда. В этом году. Все пережитое нами, это то, что нацисты сделали с жившей здесь семьей. Истинное зло. Мы не можем уйти. Он не даст нам уйти. Не где-то там. Это не наяву. Это не наяву. Оно здесь. Это не наяву. Это не наяву. Это не наяву. Это не наяву. Призраки войны. Раз, два. Демон заберет тебя. Три, четыре. Запирайте дверь в квартире. Наконец-то наши скитания закончились. Здесь мы начнем с чистого листа. Я не хочу спать в комнате с дедушкой, мне страшно. Благослови, Господи, нас, еду, которую мы вкушаем. Здесь обитает что-то жуткое. Нужно обратиться за помощью. В этой квартире всюду послания. Какие? Вам нужен специалист по демонологии. Посторонний не поможет. В доме 32 происходят жуткие вещи. Там что-то потустороннее. Оно парализует нашу волю. Раз, два, демон заберет тебя. Меня все время будет. Кто тебя будет? Голоса.
И что же они тебе говорят? Я не могу сказать. Возможно, дело в нестабильности и частых переездах. Сейчас. Ты разговаривал по рации. С кем? С тобой. Иногда они просят что-то нарисовать. Папа правда меня ненавидит? Что с ним происходит, Дэнни? Мама, скорее придем, спаси меня. Эрик! Он хочет прийти, не знаю. Эрик! Я прошу вас прослушать одну запись. Это угроза. Зло существует, и оно не дремлет. Если моему сыну и правда нужна помощь, я готов на все, сеньор Дэвид. Эти голоса, они здесь и пытаются нам что-то сказать. Она здесь? Сара! Тоже их слышишь? Сколько бед нас ждет искушения? Ждут ли нас испытания? Сколько веры есть? Ваша мама, она говорила странности. Она садилась рядом с ним и шептала. Но она говорила не с ним. Мы нашли это в ее кармане. Она не верила в Бога. Какая разница, веришь ты или нет? Я нашел мамин дневник. Что, если она что-то видела? В доме. Я говорила, не приезжай. От автора сценария и режиссера фильмов «Незнакомцы» и «Монстры существуют». В этом мире есть вещи. Ужасные вещи. Злые. И они придут за кем захотят. Я что-то видел. Она не спит. Чуйте его. Он уже близко. Он не где-то там. Он уже здесь. Пустошь тьмы и зла. Фильм Брайана Бертино. Добро пожаловать в рай. Здесь мило. Так спокойно. Я хотела сказать пугающе. Что здесь написано? Похоже, ловцы снов. Ты знала, что по этому лесу бродят духи? Они все ловят плохие сны? Некоторые, да. Некоторые ловят злых духов. Легенда гласит, что ловец снов защищает от кошмаров. У него бывали страшные сны и до этого, но не так. Как психотерапевт могу сказать, что дети часто верят, что сны существуют наяву. Я не хотел. Но этот ловец снов. Джош, сны не приходят извне. Они приходят отсюда, изнутри. Ты контролируешь ситуацию. Впускает в реальность. Твои кошмары. Где он? Вы оба в опасности, вы должны уничтожить его. Ты это сделал? Это не Джош, это сны. Они уже здесь и заманивают вас в ловушки. Рада Митчелл, Генри Томас и Лин Шей.
Пловец снов.